Одесские музыканты объединились ради Насти Калейниковой. 7-летней девочке нужна помощь. У нее онкозаболевание и большой шанс на выздоровление. Нужны только деньги на операцию. Чтобы собрать их быстрее, одесские артисты проведут благотворительный фестиваль. Он состоится 12 июня в Ротонде в Горсаду. Начало в 6 вечера. Вход на концерт свободный. Однако каждый сможет внести пожертвование, чтобы помочь ребенку. В концерте, ну, во-первых, безусловно, не то, что никто не подумал отказаться. Даже единственная причина это могла быть болезнь или отъезд на гастроли. Но видите, это и не полный список участников. И Борис Барский, и Николай Сведюк, Владимир Комаров, Феликс Шиндер с командой. Играю с ней, вы знаете, там, кто не знает, одесские песни «За Одессу маму шпилю» с огромным удовольствием. Если это поможет Одессе, маме, конкретно конкретному человеку, я буду счастлив. Пришедших на концерт ждут 4 часа отличной музыки. Там на горе, ой, там.